далеком 1923 году в семье Андреевых родился сын Костик. Константин родился в большой и дружной семье. И когда на землю обрушилась беда, имя которой война, Нальчинский и Прохладнинский аэроклубы подготовили для Красной армии 700 летчиков и парашютистов, в число которых вошел и Константин. Мы только знаем, что во время войны ему было присвоено звание младший лейтенант, и что последний бой, который принял наш герой, состоялся на территории Эстонии, недалеко от города Тарту. 17 сентября 1944 года перестало биться сердце Константина Андреева, которому отроду было 21 год. И спустя 80 лет, благодаря ребятам из поискового отряда военно-исторического объединения «Фронтлайн», боец возвращается домой. У нас есть уникальная возможность увековечить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Эстонии. И сегодня мы провожаем домой воина, младшего лейтенанта Андреева Константина Михайловича, погибшего на территории Эстонии в воздушном бою. Младший лейтенант Андреев Константин Михайлович со всеми почестями будет похоронен у себя на родине в городе Прохладны Кабардино-Балкарской республики. За свою короткую, но очень яркую жизнь Константин не успел многого. Не успел создать семью, воспитать детей, но его героический подвиг навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах. Его имя будет вписано золотыми буквами в летопись Великой Победы. Вечная память героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и наш низкий земной поклон. Я выражаю огромную благодарность в первую очередь поисковикам, родным, близким Константина Андреева, генеральному консульству Российской Федерации в городе Нарве, потому что только благодаря этой большой слаженной работе мы сегодня провожаем настоящего героя к себе на родину. Нет границ у нашей истории. Мы все должны помнить о тех страшных годах в истории нашей страны. И всегда помнить наших героев. Вечная слава и вечная память всем героям, отдавших свою жизнь за великую победу. Сегодня, благодаря неустанным стараниям военно-исторического клуба «Фронтлайн», мы возвращаем на родную землю воина, который ценой своей жизни приблизил долгожданный День Победы. Пользуясь случаем, прошу руководство военно-исторического клуба «Фронтлайн», руководителей «Вангарда» Виктора Михайловича Карпенко и Александра Владимировича Соснина, всех других неравнодушных граждан России и Эстонии, принять искреннюю благодарность Генерального консульства России в Нарве за активную позицию в деле сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, организацию этой торжественной церемонии. Пусть земля Отечества будет ему пухом. Принимал участие в боях в составе 2-й резервной авиационной группы под Ленинградом. Принимал участие в Синявинской наступательной операции, Тихвинской оборонительной наступательной операции, Любанской наступательной операции. Действительно, возвращение на родину у Константина Михайловича заняло много времени. Хотелось бы поблагодарить археолога Министерства обороны Эстонской Республики, господина Арнольда Унтя, который сразу же выехал на работу. Хотелось бы поблагодарить военно-историческое объединение «ПОМИАУК» из города Игева и непосредственно Сергея Еремина, который также принимал участие в работах по поиску останков на месте крушения. Хотелось бы поблагодарить Музей Отечественной Истории за помощь, которую они оказали в вопросе финансирования возвращения в Кабардино-Балкарию. И сотворим вечную память, вечная память.